Всем привет, друзья! Сегодня у меня для любителей остренького, я очень обожаю острое, классная, вкусная, сырая аджика на зиму. Ну, до зимы она у меня никогда не доживает, короче, съедается быстрее. Банки не стерилизую, если на зиму, то баночки стерилизуем, короче. Здесь у меня полторашка помидоров, хорошенько помыл. Значит, здесь у меня острый перчик, чесночок, корень хрена и болгарский перчик, одна штучка. В общем, все громовки будут под видео, заходите, смотрите. Теперь все на мясорубку. Помидорки полетели. Корень хрена. Острый перчик и болгарский перчик. Точно так же сюда. Чеснок. Полторы столовые ложки сахара. Столовая ложка соли. 40 грамм 9% уксуса. Все хорошенько перемешиваем и пробуем. Если соли мало, чуть добавляем соли. Если сахара, ну короче, вы поняли. Пусть теперь минут 5 постоит. Пару раз перемешаем, чтобы соль полностью растворилась, чтобы не пересолить. Потом уже пробуем на соль и уже регулируем по своему вкусу. Короче, попробовал на соль, добавил еще где-то пол столовой ложечки соли. Ну, как по мне. Там вы сами себе регулируете, конечно. По остроте вообще класс. Если кто не любит сильно острое, я вот люблю острое. Добавьте не 4, а 3 перца острых. В общем, тут на любителя. На этом, друзья, все. Всем спасибо. Кто смотрел, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь. Всем приятного, до новых встреч, мира, добра, удачи.